Здравствуйте, мои дорогие! С вами снова Оля. И сегодня я хочу рассказать вам о своих любимых 5 продуктах от компании Фраше. Итак, поехали. Сначала расскажу вам о... Так, что это? Это парфюмерная вода Нероли. Имеет просто волшебный аромат. Такой свежий, яркий. Это моя любимая парфюмерная водичка у компании Фраше, но она очень стойкая, к моему сожалению. Буквально там пару часов, 2-3 часа, и все. Я ее не слышу больше на себя. Так просто аромат замечательный. Вот такой, знаете, весенне-летний. Я думаю, многие знают этот парфюмчик, но, к сожалению, он не стойкий, да. Вот. Но я его очень люблю из-за его аромата. Так, дальше. Мне очень нравятся гели и лосьоны от компании Фраше. Моим самым любимым будет вот этот вот гель для душа. Так, это у нас, по-моему, с миндалем и флёр д'оранж. Да, миндаль, флёр д'оранж. Ну, запах просто волшебный. Я беру только этот запах. Он отлично очищает кожу, отлично пенится. Такой, знаете, остается такой аромат на теле после него. Единственное, что я заметила, что он немножко подсушивает кожу. Это есть такое. Да, но все равно он мой самый любимый, потому что аромат просто волшебный. Такой, знаете, свежесть такая прям, утренняя свежесть. Прям рекомендую, девчонки. Если кто не пробовал, попробуйте, вам обязательно понравится. И такой же лосьон для тела. Тоже, да, миндаль, да, и флёр-д'оранж. Я обычно запасаюсь ими, лосьончиками, гелем для душа. И у меня запас такой стоит надолго. Долгий запас, скажем так. Я вообще запас начинаю. И тоже рекомендую, девчонки. Так, я его использую как крем для рук, и лосьон для тела, и крем для ног. То есть у меня прям молодцы. Тоже запах волшебный. Крем для рук, ну, я думаю, многие его уже знают. Так, это у нас увлажняющий крем для рук с арникой. Это у них такой бестселлер. Да, очень классный кремушек. Имеет приятный аромат, хорошо увлажняет, питает кожу рук. Поэтому все, ничего не могу больше сказать. Пятерка с плюсом. И последнее, вы сейчас, конечно, будете мне ругать, скажете, что это, не по твоему возрасту, но мне очень нравится этот крем. Rich Cream, восстанавливающий крем, интенсивный, но я его не пользуюсь не каждый день, то есть не постоянно. Когда чувствую, что, допустим, кожу нужно как-то увлажнить, где-то я обветрила или... Ну, в общем, какие-то неприятности, скажем так, на коже ощущаются. Я наношу этот крем на ночь. Вот, видите, то есть у меня уже давно им пользуюсь. И он отлично восстанавливает кожу. Просто вот даже я вам не описать. Я получила как-то пробник этого крема и поняла, что мне нужен... Нужна большая баночка такого крема, потому что я понимаю, что это, по-моему, 50 плюс или 60 плюс даже, но иногда можно и нужно, девчонки. Он реально помогает. Даже как маску можно нести, вы не пожалеете. Он восстановит вашу кожу за одну ночь. Вот если вы чувствуете какой-то дискомфорт, да, и это вам поможет. Имеет превосходный аромат роз, я обожаю. Аромат роз, это прям волшебство. Ну,
Да, это вот мой любимый крем. Вообще, я не могу назвать себя фанатом продукции Ифраше, но вот, вот эти 5 продуктов я могу выделить для себя и сказать, что да, они реально работают. Так что, девчонки, рекомендую. И увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока!